Сейчас мы подводим финансовые итоги недели. В студии директор БКС «Премьер» в Уфе Вадим Балтыров. Итак, Вадим, какие тенденции царили на рынке акций? Текущая неделя, она ознаменовалась коррекцией после того, как московская биржа показала свой максимум. Во вторник рынок стал корректироваться. Это прежде всего связано с тем, что усиливается конфликт между США и Китаем, связанный с торговыми войнами. Между тем, особого внимания заслуживают привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые мы рекомендовали в прошлый четверг к покупке. За неделю они выросли на 3,8%. На данной неделе произошло укрепление рубля. Уровень к покупке и уровень поддержки мы считаем 61 рубль 50 копеек. Но среди актуальных инвестиционных идей я бы хотел выделить акции Сбербанка. Данные акции являются достаточно сильными бумагами, и мы рекомендуем к покупке свой финансовый портфель. Уровень к покупке мы рекомендуем от 220 рублей. Также среди зарубежных бумаг выделяются акции компании Ford Motors. Это прежде всего связано с политикой Трампа протекционистской и высокой дивидендной политикой более 5,5% годовых. Среди следующих бумаг компании GDR Global Trans, которые имеют потенциал роста более 19% к сентябрю данного года. Связано это прежде всего с тем, что стабильно растет грузооборот и высокая дивидендная политика. Кстати, клиенты БКС «Премьер» имеют возможность выхода на лондонскую фондовую биржу, где и торгуются данные глобальной депозитарной расписки. На этом все. Спасибо, Вадим. Напомню, это был директор БКС «Премьер» в Уфе Вадим Балтыров. А у нас пока все. До новых встреч.